она умыла опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла гордыни, мацерат. Масло гордыни изготавливает как мацерат на масле бразильского ореха, которое уже само по себе питательно, оздоровительно, омолаживающе воздействует на кожу и волосы. В сочетании с активами гордыни приобретает еще более ценные свойства. Тонизирует и повышает упругость, противостоит старению кожи, обладает тонким, восхитительным и деликатным ароматом, который несколько похож на жасмин. Борется с пересушиванием и обезвоживанием кожи, чему весьма способствует сквалин и олеиновая кислота, состава мицерата. Витамин Е, селен, защищает кожу от внешних воздействий и усиливает антиоксидантное действие средства. Обеспечивает гидратацию кожи и длительное ее смягчение. Питает органическими полезными кислотами и витамином Е. Очень ценный мацерат для возрастной кожи, который восстанавливает уровень увлажнения, повышает тургор, упругость кожи, восстанавливает ее цвет и выравнивает текстуру. Обеспечивает активизацию генерации клеток, питает сухую и тонкую кожу, устраняя некрасивое шелушение, имеет пленкообразный эффект, что оберегает кожу от загрязнения. Питательные свойства масла гордыни позволяют приготовить мягкое мыло с увлажняющим действием. Яблоко хорошо тонизирует кожные покровы, потому хорошо включить масло в составы для ослабленной кожи. Благодаря сквалину в своем составе проникает глубоко и переносит с собой другие активные компоненты. Помогает устранить провисание кожи и морщины, обеспечивает антимикробную обработку проблемной кожи. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем масло гордыни нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!